1986 году я приехал учиться в Беларусь. Мне эта страна очень понравилась. И познакомил будущую жену, и мы женились. И решил я продолжать этой стране. Мне эта страна всегда нравилась. В 2006 году я открыл в Камаровском рынке, в втором этаже у меня магазин. Все специи, все это вещи я сам приезжаю в Индию. Мой магазин стал достаточно популярный в Беларуси. После этого так получилось, вегетарианский кафе я открыл. У меня очень много днем приходят студенты, бабушки, дедушки, матери, дети. Они очень любят у меня суп кушать. У меня очень вкусный суп, они так читают. Йога я давно преподаю. Мне он очень нравится. Мне приходят, начиная врачи, инженеры, преподаватели, бизнесмены, очень много. И это здорово, мне дает энергетика. Вообще сложности такого понятия нету в мире. Если у тебя какая-то сложность, значит, тебе просто нужно спокойствие, найти его решение. Я всем иммигранту скажу, если страна тебе дала возможность пожить, живи, и этой стране дай так всего интересного, что из всей страны живущие люди тебе будет просто носить. Это здорово, когда я белорусская культура принимаю и индийская культура передаю. Это же здорово.